Мы уже настроились на служение. Приветствую вас словами Иисуса Христа. Мир вам. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 21 стишок. «И сказал народ Иисусу, нет, мы Господу будем служить». Еще мне вспоминается это место, когда Иисус Навин говорил, «А я и дом мой будем служить Господу». Господь дал нам это время благоприятное, когда мы в Доме Божьем. Я знаю, когда кто-то, находящийся здесь, и его дети не служат Господу, нужно вместе подвязаться в молитвах. Но если мы находимся здесь, и наш дом, дети, семья служат Господу, слава нашему Господу. И на этом служении и наши детки, и мы хотим прославить нашего Господа. И я приглашаю нас всех к искренней молитве, попросить Божьего благословения на этом служении, чтобы Господь благословил всех, кто будет участвовать в этом служении. Ему за все слава. Аминь. Молимся.